Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, всадники Олуха. Ну что же, у нас 12-й день, и мы забираем с тобой сундучок. Так, можно посмотреть, что в нем? Ага, слушай, цветочки даже выпали. Руны. Так, еще один сундук. Вау. Слушай, что-то мне подсказывает, что мы с тобой уже накопили нужное количество цветочков Фрей. Я, конечно, могу ошибаться, но я хочу глянуть. А ну-ка. Ах ты, чуть-чуть не хватает, ребят. Буквально тысячи. Ладно, потерпим. Так, у нас с тобой созрело, так сказать, яйцо. Открыть. И кто это у нас? Подожди, постиглот? У меня же, блин, есть постиглот. Это я его так долго ждал. Так. Ага, ветрокрыл у меня прокачался. Так, давай-ка мы его дальше. Начать обучение. Увалки. 13,5 миллионов. Шанс мизерный написано, да? Так, вот это яйцо тоже тогда откроем. Это у нас крылатый ужас. Точно. В наличии уже три. Ты представляешь? Три у меня. Я потом, ребята, их буду, ну, отпускать на волю за ресурсы. Я, правда, не знаю, когда этот момент наступит. Именно нехватки ресурсов. Если у меня уже их столько накопилось. Так, скалотряс. 22 уровень у меня получает. Так, ребят, давайте пытаться. Блин, я уже не знаю, какая это попытка у меня. Да неужели? Неужели кревет у меня стал... Ох ты, ты посмотри, он очень классно выглядит. Ой-ой-ой, ты, блин, ну прям красавец. Вот титаном он выглядит вообще забавно и прикольно. Так, давай смотреть, что у нас. Ага, вот это вот теперь. Все, иди, иди, родной мой. Что там в плане? А, у меня же, блин, места нету. Мне бы 100 рун. Кстати, а че я... Хе, че я переживаю, ребята? 100 рун, вот у меня тут. Опа. И вот тебе 100 рун. Так, ну-ка, Фрей... Ой, Фрей, я уже говорю. Фурия, блин, покажи. 50 тысяч древесинки. Ну, здесь особой выгоды даже не было. Так, что я хотел сделать? Так, Беззубик, покажи, что ты там нам принес. Капканчик, капканчик. Опа! Опа, пули, так. И 800 древесин. А что это вывести? Сколько будет выводиться? Да ё-моё, 4 дня, 20 часов. Что-то какие-то... Слушай, а куда мы его отправляли? Дай-ка я гляну. Мы его отправляли с тобой на поиски. На поиски дракона, которого у меня нету. А это именно... Да что ты пролетела так? А это, если я не ошибаюсь, Верховная тень, да? Да, друзья мои. Он все-таки молодец. Он нашел. Нашел яйцо на редкого Верховную тень, поэтому круто. Значит, следующий будет ветроход. Пускай идет его искать. Поиск. Ну, так как у нас руны нам нужны, бесплатно пускай идет. Я хотел святилище Валки. Что сделать? Поднять уровень. Поднять уровень для того, чтобы, ребята, я мог... Вот так вот. Чтобы я смог сюда поставить вот нашего штормореза. Лети. Фу, дела налаживаются. Так, ну что, мы с тобой здесь теперь смотрим. О, костолом. Какой уровень ты? Не понял, почему? Вот. Какой уровень-то уже ты? 46-й. Подожди-ка, кревет же прокачался. Он уже может поднять себе уровень, так? Так. Иди. Че, древесины не хватает? Вы смеетесь, что ли? Древесины, пишут, не хватает. Наивные детишки. Иди давай, учись. Не хватает, пишет мне. Так, кревет. А кого мы еще с тобой прокачивали? Не помню я, кого нам еще надо прокачать. Сколько нам нужно? Двух. Ну, первый кандидат это кревет, это понятное дело. Не могу вспомнить, кто еще-то у нас.
В ангаре смотреть бесполезно. Всех, кого мы прокачиваем в данный момент, у меня находится здесь. Так, блестящий янтарь заберем. На обменочку пока нету. Ну, давай тогда отправим к столому. Чего там? Рыбы не хватает, теперь пишут. Это все вранье. Рыбы не хватает. Все, у меня хватает. Так, лети. Так, этот у нас прокачанный. Этот прокачанный. Прокачанный. Блин, а кто же еще-то кандидат? Я вот не помню. А, шторморез. Да, ребята, мы его пока не сделаем титаном. Он не сможет у нас апаться. Все, понятно. Ну, тогда давай с тобой отправлять уже скалотряса. А что? Пускай идет тоже. Прокачивается. Раз такая пляска у нас пошла. Сколько там у нас места? 3. Все, по-моему, больше никого не могу. Или могу? Сейчас проверим. Вот на этом. 4 места у меня, да? Все, значит, вы правильно, ребят, писали в комментариях. 4 места. Я почему-то думал, что у меня всего лишь 3. Так, события. Сегодня... Ох ты, ох ты. О, красота, ребята. Блин, у нас еще одно событие новое. Свирепые против хранителей. Свирепые — это красные против зеленых. Твою же дивизию. Но мы с тобой должны пройти вот это вот коварное нападение. Угроза у нас еще не завершено. Надеюсь, сегодня мы его осилим. Так, секундочку. Очень много чего сегодня будет. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, откроем бесплатно пак. Вообще-то мы всегда с него начинаем в первую очередь. Но тут что-то я немножко разошелся. Так, что у нас здесь? Шепот смерти, шторморез, чудовище. Так, и пошли ресурсы. Окей. Так, ну это еще не все, ребята. Так. Да. И смотрим еще один пак за рекламу. Монеты Одина. Давай, давай. Кстати, у нас уже 162 монетки. Быстро копится, кстати. Так, ну а тут ресурсы. Меня на самом деле здесь больше интересуют руны, если честно. Так, смотрим, что у нас там зеленая тень притащила. Опять обломок меча. Все, мы ее отправили дальше гулять. Здесь, на арене, мы с тобой откроем пак. На арену, я думаю, сегодня мы не пойдем. Как бы не до нее сегодня. Так, элитная одна карточка, да? Давай следующую поставим с тобой. На открытие. Дальше давай по дракончикам пробежимся. Отправим их быстренько дальше. На дальнейшее, как говорится, спасите драконов. Лети. Кстати, этих голодранцев надо... Ну ты понял, дракончиков надо прокачать. А для чего, ребята, их прокачивать? Для того, чтобы они могли летать уже на другие путешествия, понимаешь? Это путешествия уже заюзанные. Там уже новые истории совсем, которые мы еще с тобой не читали. 12 рун, прикольно. Так, Барсик, давай-ка мы с тобой дальше полетим. Видишь, тут требуется уровень 90-й. Тарсония. Тут совсем другие, ребята, и награды, и совсем другие задания. Там уже можно будет, конечно, все это почитать, поюзать. Так, ну что же нам здесь выпадет? Ну-ка, крутим. Ракушка, да? Ракушка, одна штучка. Так, отправляем. А тут вообще, ребята, тут остров изгоев. Это на 46 уровне. Снаглток на 80-м. И приключение Готти. 105 уровень. 105 уровень. Ты просто представь, сколько надо качать. Так, ну здесь нам досталось яйцо, как ни странно. Маскировка бесплатно. Ну что, эти все, ребят, да, эти при делах. Эти делают свои дела. Так, смотрим, что у нас тут на обменке сегодня. Ну вот это я, наверное, пожалуй, заберу, да и все. Больше мне ничего не надо. Ну, а теперь можно... Блин, подожди секунду. Давай заберем здесь награды все тогда уж. Так, 30 цветочков. Плюс еще 30 и плюс там еще 50.
Это, считай, соточка цветочков. Даже 150. Даже 200. А нам нужно было 1000, да? То есть 800 всего лишь цветочков нам получить. И... давай посмотрим видео. Вот, смотри-ка, еще 40 цветочков Фрей нам с тобой выпало. Ну что, а теперь можно спокойненько уже переходить в события. Угроза. Ну что, приступаем. Как раз должно хватить нам с тобой энергии, чтобы пройти полностью здесь все. Но, как говорится, была не была. Ух, там еще в конце босс, блин. Так, ну что, у нас тут три волны, да? Угу. Костолом. Красный. Плохо. Странно, я думал, что он пойдет на ветрокрыло. Хм. Но не тут-то было. На. Так, и, блин, не добьем. Вот. Добиваем. Переходим с тобой на вторую волну. Смотрим, кто там. Хофер и, блин, душитель. Даже не знаю, кого тут лучше быстрее вырубать. Они два противных. Давай, наверное, вот так вот все-таки. Нам бы как-то с тобой хильнуться бы. Вот как-то сделать. О, а что так? Что ж так мало урона ты наносишь? Так, давай, наверное, мы с тобой вот так вот все-таки хильнемся. Вот, вот, вот это вот уже другой разговор совсем. Так, кусь-кусь. Мы с тобой опять же хильнемся. Пока пониженная атака у него. Ребят, я только лишь поэтому и хиляюсь. Так, ну что, добить сможешь? Сможешь. Третья волна, кто у нас там? Шепот смерти и громобой. Так, шепот смерти буянит. Громобой нам надо взять с тобой, наверное, под контрольку. Пускай он будет бомбить шепот смерти. У него как раз усиленный урон, да? По фиолетовым идет. На 107 ему дал. Ё-моё, сейчас будет бобо. Твою ж налево, 3 энергии, а? Ну еще выжили, слава богу. Так, этот его добьет, а мы с тобой пока хиляемся. Этот добьет шепот смерти. А мы с тобой начинаем. Ой. Громобой зеленый. Очень, ребята, тугой на разбор. Да зеленые не все тугие на разбор, если честно. Но и урон они наносят не очень большой. Будем честны. Так, тут хиляемся опять. Сейчас будет супер атака. Ну, это разве супер атака? Это так, баловство. Да давай уже добивать его. Все, друзья мои. Этот бой мы с тобой прошли. А у нас с тобой колесико, которое мы должны крутить. Дай плод мудрости, Как раз к боссику, ребята. Очень хороший бонус. Во-во-во, давай-давай-давай. Да что ж такое-то, а? Прям аж пруха какая-то. 150 рун, великолепно. Так, раз. Два. Три. Да должно хватить, ребят, должно. Так, мини-босс, готовимся. Готовимся к мини-боссу. Так, кто у нас там? Ёпарасоте. Крылатый ужас и шепот, да? И шепот. Так. Ё-моё, понижение брони. А и этот сейчас еще сюда будет бомбить, да? А нет, смотри-ка. Ну и ладно, это хорошо, что он. Так, погоди. Ну, или хильнуться лучше. Хильнемся лучше. Лучше я хильнусь, здесь добью. И с этим уже будем разбираться по-другому. Хе-хе-хе. Ой.
Мазила. Блин, ребят, вот хорошо, что я купил изваяние, которое мне отменяет промахи. Блин. Просто. Я бы уже, наверное, еще раз 100, наверное, уже проиграл бы. Потому что, ну... промахивался раньше. А сейчас без промахов бью прямо вот, знаешь, в яблочко. А он как промахивался, так и промахивается. Так, что у нас тут? Громобой и... ой-ой-ой. Слушай, что этот и этот, они, ребята, красные, они сильные. Они очень сильные. Давай, наверное, громобоя все-таки, хотя этот тоже фаерболами... А, тихо. Ну-ка, помоги мне. Прекрасно. Терпимо. Усилил атаку себе, да, гаденыш? Я думаю, этот добьет его. Можно, в принципе, приступать к этому. Ну, солидно. Так, что у нас тут с тобой? Хиляться я пока не буду, ребята. Ну, ни к чему. Мне надо его взять под контрольку. Чтобы он тут не натворил бед каких-нибудь, знаешь, там, вот-вот-вот, именно этих. Именно этих бед. Ну все, добиваем его. Так, последняя, ребят, волна. Кто у нас тут? Два мини-босса. Это чудовище и пристеголов. Получает больше урона синий. Блин, ну этот тоже... Ладно, поехали. Под контрольку нам надо брать с тобой, наверное, все-таки красного. О, замечательно. На тебе. Так, что он сейчас будет делать? Понял. Продолжаем развлекаться. О, так он еще есть усиленная атака. Он его сейчас ушатает, ребят. Хе. Слушай, а что это такое сейчас было? Видел? Что это такое? Вот это, что за фон? А, это показывает, кто будет ходить, ё-моё. Так, под контрольку, друзья мои, берем. И все, этот хлопчик наш. Он ничего уже не сделает. Все. Просто мы его с тобой разбираем потихонечку. Блин, он тяжело разбирается, если честно. Очень тяжело. Так, ну что, последняя череда атак по нему идет. И все, он сдувается. Найс. Очередная наша победа. Давай посмотрим, что нам здесь достанется. Да неужели? Ага. Я уже хотел, думал сказать, пак выпал. Угу. Держи карман шире, как говорится. Ну и здесь то же самое, древесина. Хотя прилив сил бы мне очень не помешал бы. Очень, ребята. Смотри-ка, здесь 400 цветочков Фреи. 400. Нам нужно было 1000, да? Я там сколько? 250 уже поднял, плюс 4. О-о-о. В следующей серии, по-моему, мы с тобой весночеса возьмем уже. Так, три волны здесь? Да ладно, блин, три волны. Хорошо. Блин. Ай. Как это было жестко. Блин, еще вот ненавижу, когда понижает атаку. Давай. Блин. Ну хорошо, что у него три... Да ты запарил. Они меня специально, ребята, разводят на то, чтобы я потратил... потратил эти... свои хилочки. Вот для чего это все делается. Он... Слушай, может, хорош уже, а? Так. Сможет ли он его добить? Хотелось бы, чтобы он его добил уже. Молодец. Блин, тут надо и подлечиться, как бы, и не могу, ребята. Его надо брать под контрольку. Только так. Ага. Ты понимаешь, да? К чему бы это привело все? А это что? Это только первая волна? Ёлки ты, а это только первая волна была. О-о-о. Так, еще не легче, друзья. Еще не легче. Кревет титановский. Слушай, ну он что-то так легко
Плюс, блин. И это сюда, пройдоха. Давай, наверное, вот так с собой сделаем. Я, наверное, ошибку я сделал большую, огромную. Сейчас вжарит, сейчас влупит, блин. А, он кусать стал. Так, кого убьешь? Блин, не убил он. Так, чуть-чуть ранил, скажем. Хиляемся, ребят. Так, бомбим сюда. Это сейчас еще удар сделает. Блин, он сейчас в ответку кому-то. Ты запарил, а? Если я его ушатаю, потом у меня... А, в принципе, что я переживаю? Этот ничего не сделает. Массовой атаки у него нету пока. Энергии нету, да? Ну и все. Давай его просто обычным ударами бомбить. Здесь хернемся. Не спеша так. На двух энергиях он ничего не сделает. На трех, да, он может, ребята, полыхнуть огоньком. Но не более того. Так, еще хиляемся с тобой. И добиваем. Третья волна. Чё? Вы серьезно? Баффера поставили еще и двух скалотрясов? Слушай, ну, блин. Давай я вот так попробую. Я рискую, ребят. Кого он будет кусать? Правильно, правильно. Вот так и надо. А мы с тобой бомбим. Раз. Так, он сейчас баф... А, нет, он не бафает. Пока не бафает, ребят. Раз, два. В принципе, это труп, я думаю, да? Займемся уже вот этим. Уничтожай давай своего кореша. Ага, он того и того куснул. Все, замечательно, друзья мои. Теперь смотри, у них сейчас накапливается полностью шкала ярости. Мы должны с тобой взять под контроль кого? Вот этого. Почему? Потому что, мне кажется, он будет делать супер атаку и, надеюсь, уничтожит своего кореша. Ну, по крайней мере, оглушит его. Ой, ой, ху, ты видел, сколько он отнял здоровья, ребята. Да. Вот об этом тебе говорю. Тут главное распределить все правильно, кому нужно и кем нанести удар. И смотреть, естественно, за энергией. Ох, одолели мы здесь всех дракончиков. Ну что, продолжаем крутить колесо. Опять древесина нам выпадает. К сожалению. Мне бы вот прилив сил или мудрости. Ну вот не надо мне вот этой рыбы, фигибы. Так, что у нас тут получается? Опять мини-боссики, да? Две энергии, да, как раз нам с тобой хватит. Ну, это в том случае, если мы здесь с тобой не проиграем. А такой шанс есть сфейлиться. Мне нельзя тратить больше энергию. Ой-ой-ой. Три волны. Начинается сразу с мини-боссов. Замечательно просто придумали они. И все зеленые. Я их сейчас замучаюсь тут бомбить. Просто замучаюсь. Трындец. Да. Они же все имеют способность, ребята, оглушать. Это сейчас будет разбегаться. Хм, почему-то не стал делать. Ага, вот. Промахнулся. Ну и что мне даст? Ну давай в сон загоним, блин, я не знаю. Зачем это мне нужно, правда? В сон загонять их. Разобраться с этим, наверное. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Все, по-моему, потеряли мы с тобой. Но здесь нет смысла, ребята, уже идти дальше. Мы не справимся. Они нас сейчас тут запинают. Офигеть они, конечно, придумали здесь. Надавали зеленых, блин, на самом начале, да?
И дерись с ними как хочешь теперь. Блин, фигею просто с этого дурдома. Да что вы творите-то, ироды, а? Давай так сделаем. Чего? Хильнул? Да запарил ты уже, а? Трындец какой-то. Блин, ну критануть бы мог же, а? Промахнулся, окей. Добиваем. Ой-ой-ой-ой, разбег сейчас будет, ребят. Ну, крышка, короче, мне. А, вон как сделал. Блин. Безвыходное положение просто. Я хотя бы гляну, кто там дальше будет. Что-то он промахивается, потому что на нем слепота висит, поэтому он промахивается. Мне, блин, вот надо хильнуться как-то. Вот как я хильну здесь? Да никак. Какие они тяжелые на разбор, а, друзья мои. Очень тяжелые. Сейчас опять будет ударять. Угу. А сейчас у него... А, нет, разбега не будет. Он только на четвертом, да, ходу делает разбег. Хиляется. И мы хильнемся тогда тоже. Так. Норма. Хиляемся и добиваем. Вы серьезно, что ли, блин? Вот что за дела, ребята? Мини-боссы, везде мини-боссы у него. Ай. И как вот тут быть? Я не знаю, ребят. Ну, тратить, блин, сон, ну это... Не, ребят, лучше переиграть просто-напросто. Да, я не спорю. Не пройдем мы с тобой этот эпизод. Не пройдем. Как бы я ни старался, как бы я ни пыхтел. А если я... А, если я уберу, у нас с тобой не будет хила тогда, да? Угу. А без хила нам с тобой тут вообще делать нечего. Офигенно. Офигенно вмазал. Ну все, тут проиграли. Как мы с тобой потеряли, Бартика, все пошло наперекосяк. Абсолютно все пошло наперекосяк. Ну что, давай переигрывать. Я понимаю, что у нас последняя энергия, на последнего босса не хватит. Но хотя бы с этим эпизодом надо попытаться справиться нам. Блин, да не все, еще таких эти, главное, взяли. Вышибал, именно вышибал, команда вышибал. Тут по-другому не назовешь ее. Начинает именно атаковать кого? Барсика моего. Вот лучше бы они это атаковали Ветрокрыла, вот серьезно тебе говорю. Лучше бы они его атаковали. Он, по крайней мере, мобильный. Он довольно, ну, как тебе сказать, крепкий. Так, смотри внимательно, этот не будет ходить. Вон тот будет делать разбег. Трындец, вот это я сейчас чуданул. Вот это я чуданул. Слушай, ну он не так много отнял здоровья. Так, подожди-ка, а вдруг... А вдруг все-таки, ребята, мы... Сможем. Каким... Да он сейчас опять будет разбег делать. Кому на этот раз достанется? Он все-таки хочет добить меня, да?
Кривоклык. Если я хильнусь, я сделаю вот так, ребят. Да, так будет оптимально. О, еще и усыпили. Так. Точнее, не усыпили, а уничтожили. Поехали. Раз-два, раз-два. Блин, ну сейчас, ребят, разбег будет делать. По кому? Понял. Пока этот спит. Блин, уже очнулся. Уже очнулся. Да блин, вот вдвоем начинает сейчас. Нам нужно с тобой брать под контроль вот этого, по идее, да? Ну как бы по идее, да, ребят, его. Если бы он его оглушил бы, а? Оглуши своего кореша, у тебя 4 энергии. Вот, спасибо большое. Этого мне и не хватало как раз. Так. Чего ты там встрепыхнулся? Услышал там уже. Смотри, что творит, а? Хиляться он вздумал мне здесь. Да, конечно, дудки тебе, парень. Так, вот здесь, блин, тоже, ребята, проблема. Проблема из проблем. Поэтому наша усиленная так идет, да? Так, этого будут бомбить. Это зеленый, блин, тугодум. Так, фиолетовый будет наносить урон по синим, в принципе, усиленный, но... Я не уверен почему-то в этом. Кого это сейчас атаковать будет? Понял. А чё этого... А этому не надо ходить, что ли? Хиляться, ребята, надо. Только лишь хиляться пока. Ну что? Добей своего этого. Блин, куда ты бьешь, а? Ребят, только вторая волна. Сейчас они вдвоем тут. Ой! Это было больно. Это было больно, это было, блин, неприятно. Вот как начнут кого-нибудь бомбить, вот, блин. Вот одного выберут в прицел и начинается вот это вот, ребят, долбежка. Ну что ты там пыхтишь, пыхтит он мне. Так тяжело разбирать его. Сейчас же он фаербол свой запустит, вшивый. Вот оно как. А чё я радуюсь-то? А чё я радуюсь? Я радуюсь, потому что, ребята, мы хильнёмся. Мы хильнёмся, да. О, он хиляться пошел, ребят. Я думал, он будет атаковать, а он пошел в отхил. Блин, не хотелось бы, конечно, тратить. Нормуль.
добиваем. Так. Угу. А вот так командочка тут выпала нам. Вот так командочка, блин. Давай так сделаем. Это до 3 энергии копит, ребят, потом делает баф, не забывай об этом. О, стальной капкан это оказывается там. Стальной капкан, да? Хильнусь, если хильнусь. Ну? Ну не оглушил, сейчас будет баф. Баф, ребята, блин, баф. Это жестко, блин. Нам с тобой надо будет вот этот, ребят, применять. Ну что? Применять вот сюда вот. Иначе нас уничтожат здесь. Нас и так-то могут уничтожить. Вот тебе пример сейчас только что был. Теперь я сижу, думаю, как я буду контролировать вот этого вот чудика, а? Ребят, как? Он же потом, блин, разбег сделает свой. Заморозка, а она меня не спасет здесь. А он звезданет. И он звезданет, ой, как больно. Это же босс, ребят. Но если он так вот будет промахиваться. Только, только, блин, как же мне не хватает, ребята, моего кривоклыка, а. Ай, как же не хватает. Ты посмотри, что творит. Это, по-моему, не вариант, ребят, вообще не вариант. Или вариант. Да нет, по-моему, нифига это не вариант. Я попытаюсь. Пока он обычными атаками бомбит. А сейчас будет, по-моему, смертельно, да? Угу. И теперь мы с ним остались один-один. И как я его буду вот так вот по 3 часа, блин, колбасить? Заморозка. Мне кажется, это не самый лучший вариант. Сейчас ударит, оглушит, да? О, он еще и хиляется. Он хиляет и броню еще повесил на себя. Ну, это вообще, ребят, трындец. Че, вгонять постоянно в сон, бомбить? Мы так будем до вечности, ребят, с ним драться. Есть еще один вариант. Дурацкий вариант, но он есть. Подожди, может быть, все-таки не рисковать пока? Сейчас посмотрим, будет хиляться или нет. Ты отстань! Друзья мои, я иду ва-банк. Я трачу все абсолютно, что у меня есть. Только для того, чтобы его победить. Трындец. Чего мне эта победа стоила, ребят? Ну что, крутим колесо и смотрим. Мне сейчас очень сильно нужны плоды мудрости. Энергия. Ну, конечно же, этого всего мне не видать. Ни прилив сил и ничего прочего.
Ну что же, в следующей серии у нас с тобой будет... Кстати, когда у нас закончится этот ивент? Я успею, надеюсь, босса-то завалить? Босса завалить, такое... Громкое заявление, босса завалить. Сколько оно будет длиться еще? 3 дня. Слушай, а сколько у нас стоит вот это вот прикупить там, например? Так, свирепые против хранителей. А мы за кого будем играть? За свирепых? Икинг нас попросил новеньких обучить. Но мы предпочитаем делегировать. Вы же не подведете? Вы повторяетесь, ребята, кстати. Так, посмотрим, за кого мы играем. Если мы за зеленых, то против нас красные, да? Ну-ка. Ага. Зеленые против нас, понял. То есть нам выгодно за красных играть. Так, сколько здесь? 2 волны? 2 волны. Тут очень хорошо бы пошел скалотряс. Вот ветрокрыл вообще здесь не рулит. Если хочешь знать мое мнение. Вообще никак. Так, пока обойдемся без всяких там ослеплений, я думаю, да? Бэмс. А вот теперь надо слепить. Вовремя, вовремя, ребят. Мы повесили ослепление, сейчас бы прилетела бы нам тут такая плюха. Так, ну что, успеем хинуться с тобой, а? По идее, должны успеть. Пока у него там слепота еще действует. Барсика нужно немножко подлечить. Окей, так, кто у нас там на 2-й волне? Это я не знаю, что за хмырь. Ну и Костолом. Так, возьмем, наверное, Костолома, да? Под крылышко, так сказать. Причем Костолом такой прикольный, белый. У нас какие-то серенькие такие, а тут белый. Слушай, это какой-то ловарик, что ли, я не знаю. Новые модификации. Так. Ну тут 2 волны, поэтому особо переживать не стоит. Кто ты такой, а? Так, уничтожаем. Ну и остается этот хлыщ. Мы его сейчас с тобой, ну, хотел сказать, по-быренькому разберем, но по-быренькому не получится, потому что он сам по себе очень тугой именно по разбору. Красный, да, красный его, конечно, очень хорошо бомбят. Мы можем его немножко усыпить, нанеся при этом повреждение. Еще вот так вот сделать и в конце концов добить. Или что он будет делать? Ничего, значит, добиваем. И вся надежда на барабан, чтобы там выпало что-нибудь полезное. Давай крутить. Вот прилив сил, дайте мне, блин, 2 штуки. Не хотят. Прилив сил не хотят давать мне, а? Дают рыбу всякую, ничтожную. Так, ну что, мы с тобой забираем пак здесь. Окей. Двигаемся дальше. Сегодня хотя бы Фрейю вот эти вот цветочки взять. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Так, я сейчас хотел посмотреть, сколько стоит, например, прикупить. Ну-ка. А, у меня здесь есть, блин. У меня уже здесь есть. Я просто думал, сколько стоит, ну, по рунам. Потому что нам, скорее всего, в следующей серии для последнего босса придется очень сильно раскошелиться в плане рун. Другого варианта нету, там мы не сможем с тобой пройти босяру. Я даже представляю, как, какой там будет босс. А до него еще нужно будет дойти, скорее всего. То есть там все будет не очень просто. Так, ну что, добиваем с тобой этого Костолома и вот этим мелким начинаем с тобой заниматься. Так сделаем, чтобы он ничего тут не вредил нам. Бомбим. Так, это 1-я волна, да? Еще 2-я будет.
Кусаем. Ну все, в принципе, с ним все ясно, ребят. Какой-то, если честно, дракон, ну, не путевый. Ничего не делает. Так, вот здесь кто у нас? Ага. Громобой. И Громель. Я даже не знаю, стоит ли вообще здесь делать вот это вот ослепление. Если по чесноку. Мне кажется, вот так вот проще делать. Потому что они друг друга бьют вообще по минималке. То есть нам как бы это невыгодно даже. Ну, что ты там? Хей. Промахнулся. Сейчас мы его добьем. Ну что, Громель, выспался? На тебе. Так, кусаем. Тут я хильнусь. Ударим. Прилетело, я так и думал, ребят. Ну, я еще раз говорю, волноваться не стоит. Всего лишь две волны здесь. Так, давай посмотрим, что нам выпадет. Древесина. Дай плод мудрости. Не хочет. Не хотят мне идти на уступки, ребята. Не хотят вообще, ни, вот ни насколечко. Ну что, 1500 тусклого янтаря мы с тобой забираем. И продвигаемся к цветочкам Фреи. 300 штук. Это будет очень круто. 300 штук, ребята. Весный чёс ждет нас. С каждым шагом. Так, ну что, здесь лучше со скалы начать. Блин, почему у меня нету скалы, а? Или есть? Просто не прокачанный, я вот не помню. Блин, меня спасает то, что, ребята, они промахиваются. Вот, по большому счету, это очень сильно меня спасает. Так, что он сейчас будет глушить? Не глушит. Странно. А ну-ка, баиньки. Отлично, добиваем. Так, с этим надо будет аккуратнее, потому что, ребята... Блин, потому что... А, он не успеет. Он не успеет сделать. Все. Так бы он разбег, наверное, делал бы. Но, видишь, под слепотой он ничего не сделает нам. Так что мы его разбираем. Так, вторая волна. Кто у нас там? Громорог, громобой и опять костолом. Слушай, этот громорог, он, интересно, не бафер, нет? Случаем. Вопросе. Ой, я не хотел, ребята, этого делать. Блин. Я не хотел этого делать. Ну, ты понимаешь, если ты нажал сюда и потом что-то передумал, то тебе нужно отжать вначале. Этого ему запретил, да, что-то кастовать, так скажем. Так что он кастовать не сможет. Он сможет просто ударить. Так, костолом. Опять громобой потом. По своему бомби. Так. Как же их тяжело пробить, а, ребят? Скритовки, ребята, вынес. Скритовочки. Давай, наверное, теперь костолом будем брать. Слушай, ну это какой-то шустрый, смотри. Шустрил я бы его назвал. Сейчас кому-то... Да. Не кому-то, там уже было ясно, что крышка. Кусаем. Да давай, господи, в баньки так баньки. Отлично. Кусаем. Сделать он нам ничего не сделает. Ну, ударит, это максимум. Так. Добивка. Этот спит еще, да? Очнулся. Ну, выглядит он красиво, на самом деле. Мне нравится его расцветка, он как громорог. Только вот немножко другая расцветочка у него. Напоминает мне, знаешь, кого? Жука-носорога. Нет, даже, наверное... Ну да, жука-носорога. Ну что ты? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты.
Это тебе, парень, наверное, не понадобится все-таки сегодня. Ты убери эти всякие щиты свои, гадости эти. Ты смотри. Ты что вытворяешь мне здесь, а? Кранты тебе. Ну вот и ладненько. Крутим и смотрим. Рыба, понятно. В надежде, конечно, я думаю, что сейчас бац и выпадет мне, например, прилив сил. Ну, тебе выпадает рыба и древесина. Ну, и забираем с тобой 300 цветков Фрей. Так, у нас еще 2 энергии, то есть мы должны, в принципе, одолеть сегодня вот эти события все. Ну вот, получится ли? Сейчас мини-боссы, я так понимаю, они все будут зелеными. Мы их просто задолбаемся тут разбирать. Просто задолбаемся. Ну вот тебе и пример. Этого можно не брать в расчет, а вот с этими надо разбираться. 2 костолома. Но здесь надо, видишь, ребята, правильно сделать слепоту. Ходит первым дракон вот этот вот, да? Ходил, по крайней мере. Вот его и нужно брать в слепоту. Так, ну вначале они нам влупят. Ну, стоит, естественно, под Халимыч. Куда он может еще рвануть? Давай спать их всех. Нам нужно разобраться с тобой, с Костоловым, с этим. В плане, блин. Проснулся он, ты посмотри. Так, теперь я хильнусь, пока есть такая возможность. Блин, 4 энергии, ребята. Давай, наверное, этого будем бомбить все-таки. Этот, если проснется, начнет с разбега. Все, он проснулся. Сейчас будет, ребят, таранить кого-то. Тогда мы хиляемся с тобой. Этот сейчас кого-то будет таранить. Естественно, наверное, Кривоклыка. Нет. Не Кривоклыка, и это хорошо, ребят. Он решил ветрокрыло бомбануть. И еще раз в него, ты прикинь? Чего он так взъелся-то на него вдруг? А, наверное, из-за того, что тот его отправил спать. Из-за этого. Тогда я его понимаю. Так, а мы с тобой хиляемся. Так, вторая волна. Что у нас тут? Вот кто, значит, здесь босиком, да, у нас будет? Понял. Его, как говорится, на тепленькое ставим. Будем разбираться вон с этим, с Костоловым. Что он там делал на себя? Щит вешал, да, насколько я помню? Да, он вешал на себя щит. Ауру такую защитную, да? Так что это нам не страшно. Давай. О, бомбанул. Кого он огрел? Этого? А почему урон не нанес? Почему урон-то не нанес? Зашибись, он его оглушил, да, я не спорю. А урон-то почему не нанес? Странные какие-то тут дела происходят. Так, ладно. Слушай, пойди, вот этого надо бы, мелкого, заморыша уничтожить. Пускай, наверное, заморыш нам помогает. Или как? Лучше вот так сделаем. Он будет бомбить этого заморыша, а мы будем бомбить его. Так, потому что такой тяжелый, а. Я боюсь представить, что здесь будет за босс, если он будет зеленым. О-о-о, начинается. Начинается. Так, под контрольку возьмем его. Не надо только бафаться. Свои щиты тут вешать и тому подобное. Давай, проигрывай уже с честью. Кусаем. Осталось чуть-чуть, а?
Давай так вот сделаем, чтобы... чтобы двоих сразу тут вырубить. Так, ну и этого. Раз и... ага, хотел сказать, добивка. Что ты там на себя щиток повесил, ага. Держи карман шире. Ну вот и победа. У нас с тобой очередное колесо и очередная рыба. Но дайте что-нибудь путевое-то. Ну, 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 баранки гнул и никак не согнул. Ну что, друзья мои, вот мы и добрались до босса. Давай смотреть, кто здесь у нас будет. Надеюсь, одна волна. Хоть бы одна волна была. Две, блин. Здоровый. Меня тут только одно, ребят, спасет. Это уровень. У них уровень маленький. Но вот этого надо убирать. Если он пробафает команду. Блин, уровень маленький. Нифига себе уровень. А урон мы получаем далеко не маленький. Это сейчас бафать будет. Твою же налево. И это плохо. И это плохо. Что нам сделать? В сон и вгонять всех. Они же потом пропишут нам, ребят, таких звездюлей. Придется в сон вгонять. Другого варианта не вижу. Минус. Давайте теперь вот этим разберемся. Мне главное сейчас накопить. Блин, накопить. Попробуй тут накопить теперь. Они еще и под защитой стоят. Проснется или... проснется, гаденыш. Проснулся. Опять в баньки пускай идет. Так. Здесь хернемся. Теперь придется атаковать. Сейчас будет бобо кому-то. А может быть даже смерть. Нет. Когда у него... сколько у него будет стоять вот эта вот атака усиленная, блин, а? А, все, упала, да? Так, допустим. Бьем. Кусаем. Надо было хильнуться все-таки. Надо было, блин, хильнуться. Итак, понял я, да? Ну, надо начинать с этих мелкожопых. Скорее всего. А этого брать вот так, потому что, ну, ребят, сами знаете, да? Нам проблемы не нужны. Он там ударил, я даже не увидел. Ой-ой-ой-ой, Барсик, серьезно, что ли? Барсик столько урона наполучал. Этот сейчас кому там звезданет. Вот. Чтобы не выпендривался. Так, сюда. Опять, ребят. Да куда ты, что ты делаешь-то, дурак? Я же хотел, блин, слепоту. Твою же дивизию, ребята. Он ведь ударит. Он ведь ударит. Тогда спать. Я вообще-то не собирался кусать. Я хотел слепоту. Почему, блин? У меня просто нет слов. Он же ведь сейчас очнется, ребят. Он же побежит, как сумасшедший, блин. А может быть, он все-таки проспит? Да, ребят.
Фух. Твою же налево, а. Нам повезло, друзья. Все, можно расслабиться. Ты посмотри, какой он тугой, а. Ты просто полюбуйся. Я боюсь даже представить, какой босс будет на том испытании в конце. Я просто боюсь представить, ребят. Да, слепота. Ее нельзя, ребят, здесь игнорировать. Иначе все, он тут распишет нас по полной программе. Просто посмотри, как медленно у него отнимается здоровье. Тут любой дракон один на один, он с ним не справится. Любого возьми, не справится, и все. А он ушатывать будет только шорох. Оглушать, потом просто бомбить тебе, бомбить, потом опять оглушать, и все. А оглушение ты сам видел у него какое. Чуть не все хп отнимает с удара. Да, там я действительно представляю, какой будет босс. Там еще попробую до него дойти. Кстати, вот я хотел посмотреть, сколько. А что, он только за деньги? О, друзья мои, а он за деньги. А я думал, что они за руны приобретаются. Так, стоп. Тогда я не знаю, мы, наверное, там не пройдем, друзья мои. Ну, хорош хиляется еще тут, а. Не так тебе тяжело пробить. Он еще хил врубает свой. Нет, ну 159 рублей. Перебор, ребят. За, причем за две. Ну тут три, ладно, а там за две хилочки. Все, почти, ребята, ушатал его. Почти. Ать, не хватило, да, чуть-чуть? Ну что, Кривоклык, делай добро. И он сделал. Так, смотрим, что нам тут выпадет. Да тут можно не смотреть. Смотреть, тут постоянно одно и то же выпадает. Древесина, рыба, древесина, рыба. Понятно. Ну, самое главное, мы забираем с тобой янтарь. Три штучки. И идем на почту. Идем на почту и открываем все, что у нас с тобой здесь выпало. Так, что у нас тут? Рыба, древесина. Так, а что в конце? Громобой необычный. Он у меня, друзья мои, есть. Так, размещаем в ангаре. Да, пускай сидит там. Смотрим, что еще у нас тут есть. Вот. Так, монеты Одина. Ну, это понятно. А сама начинка. Кревет. Чудовище. Так, дымодышащий. И ресурсы. Так. По-моему, тут только лишь осталось янтарь забрать тусклый, и все. И вроде бы... Ага, еще и блестящий янтарь, все. Забрать здесь награду. Слушай, ну-ка, сколько у нас вообще цветочков тоже накопилось? Что-то как-то... Ага, друзья мои, мы накопили с вами за сегодняшний бой, за сегодняшнюю серию столько цветочков, сколько нам не хватало. Приобретаем. Да-да-да, сейчас спрашивают. Вот он. Премиум, ребят, это первый премиум дракон. Каждую весну этот красивый змеевик избавляется от своих старых сухих чешуек, который летает в воздухе, словно лепестки цветущей вишни. Так, злобный змеевик атакует издали и поражает врагов огненными шарами, оставаясь при этом в недосягаемости. Так, разместить его куда? Что, некуда разместить, что ли, хотите сказать? Вот здесь.
Ну, качаться мы пока не можем, потому что академка у нас забита. Так, ну что у нас с тобой? Я не знаю, ребят, как я буду вот это вот проходить. Ты видел, как здесь было сложно. Нет, если здесь будет одна фауна сразу с боссом, можно будет попробовать там 5 попыток, да, потратить, как-нибудь комбинацию найти. Но если до него еще нужно будет дойти через 3 волны, да еще и уровень драконов будет офигенно каким, ну, я не знаю, ребят. Так, наверное, мы на аренку сегодня не пойдем. Костолом, ты можешь прокачаться? Нет, не можешь. Ну, Лаврыга даже трогать не хочу. Так, а ты? Тоже никак, да? А ты, душитель? Всем нужен, блин, 50 там с лишним уровень, да? Тут 24-й. Острозуб 24-й. Водорез. Водорез, кстати, может улучшиться же. Ага. 11-й разряд он получает. Но все равно это пока мало, ребят. Прихвостень, он у меня не улучшенный. Слушай, а вот кривоклык и кривокрив, чем они, интересно, отличаются? Так, хотим мать здоровья у команды соперника. А, снижает защиту, а здесь? А, вот он, фаерболами, да, бомбит? Понял. А вот и Громорок. Тоже его нужно, да? До 24 уровня прокачивать. Так же, как и Змеевика. А Змеевика у меня и нету. Ко всему прочему. Ясно. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.